Кабачковый сезон продолжается, и сегодня вашему вниманию предлагаем фаршированные кабачки. Начнем приготовление с мяса. Куриное филе нужно порезать мелкими кубиками. Обязательно посолить, поперчить по вкусу. Обжарить на сковороде. Кабачок нужно нарезать кольцами примерно 1 или 1,5 сантиметра. Аккуратно вырежьте серединку, чтобы получилось вот такое вот колечко. Это нужно сделать у всех кусочков кабачка. Кольца сложите в одну сторону. Их мы будем начинять. А эту часть кабачка нужно измельчить тоже кубиками. Кабачки добавляем к мясу и жарим до того момента, пока не выпарится вся влага из кабачков. Один помидор также нужно нарезать кубиками. Помидор добавьте к мясу и кабачкам и продолжайте жарить. В это время также кубиками нарезаем сыр. Твердый, мягкий. У меня сулугуни. Вы можете использовать свой любимый сыр. Примерно 100 грамм. Сложить в отдельную мисочку. Также мелко нужно нарезать зелень, петрушка и укроп. Можете добавить лук, свою любимую зелень. Зелень смешиваем с сыром. И сюда же уже готовое мясо, кабачки и помидоры. И все смешиваем вместе в мисочке. В начинку добавляем одно яйцо. И 2 ложки муки. Хорошо перемешиваем. Начинка готова. Приступаем к обжарке кабачков. А перед этим их нужно посолить. Они пустят сок. После этого нужно каждое колечко обвалять в муке и обжарить с одной стороны. Переворачиваем. И начиняем колечки нашим фаршем. Через некоторое время еще раз перевернем, чтобы обжарить начинку с другой стороны. Для обжаривания фаршированных кабачков уходит не так много времени, потому что начинка у нас уже готовая. Мы просто обжариваем, чтобы была такая румяная корочка. Расплавился сыр. Таким образом мы обжариваем все кольца кабачка с одной стороны. После того, как перевернули, кладем фарш
не доставая кольца со сковороды, и обжариваем уже с обеих сторон. Такие фаршированные кольца кабачка можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Лично мне фаршированные кабачки понравились холодные со сметаной. Приятного аппетита!